Смотрите, у нас после дождя какая радуга вышла. Но она очень-очень яркая. И очень-очень большая. Вот она, радуга. Но это первый раз. Вот наша деревенская жизнь. Смотрите, у нас какая красота, да? И ну расскажется, что мы вправду живем, как в сказке. Все кругом красиво, деревня. Все замечательно. Правда, еще после дождей очень много комаров. Проснулись от да-да-да-да. Пойдемте с вами дальше. Посмотрим, что у нас тут окружает. Простите. Что у нас там есть? Так. Поле у нас тут, эта дорога ведет в поле, открытое. А так как-то. Слышите, птички поют? Классно, да? Такая вот наша деревенская жизнь. Ласточки, грачи. Ой, не грачи, скворцы. Я на них все время до грачи говорю. Они на самом деле скворцы. Ой, какая у нас красота. Вот у нас открытое поле, смотрите. Вот это открытое поле. Кстати, скоро буду выпускать гусей. Где у нас тут радуга спряталась? Так. В этой стороне вот оно, солнышко. Комаров море. Смотрите, у нас поле здесь открытое. Вот так как-то. Вот такая вот наша деревенская жизнь. Друзья, всем пока.